Жители Искитима подозревают в убийстве 35-летнего мужчины. 2 февраля в одном из домов по улице Боровой трое приятелей распивали спиртные напитки. Между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них нанес другому множественные удары ножом в грудь. Подозреваемый вызвал скорую помощь, но от тяжести полученных повреждений потерпевший скончался. В настоящее время подозреваемый задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время фигуранту по уголовному делу будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Следователем произведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, осуществлены допросы свидетелей, назначен ряд экспертиз.